трудно играть два дня подряд? Ну да, но все в одинаковых условиях. Сейчас на этот раз удалось победить, что удалось изменить? Ну, не знаю, в большинстве сегодня хорошо прыгала, забили. Плюс, наверное, тоже в своей зоне меньше ошибок допускали. Вратарь курса. Все-таки так ключевое, вот... что Мамин вернулся или что Леонга? Оба. Все-таки с Леонга есть ощущение, что, да, спокойнее, какой-то отпечаток накладывает на ваш лист? Ну, сложно сказать, но мы тоже понимали, что и он давно не играл, и ему надо было помочь, как бы. Не знаю, больше концентрации было в зоне. Какие моменты заводят команду, когда троечку в голову ударили? 12-3 по броскам во втором периоде, у Флориды было видно, что больше заведены. Ну, конечно, заводят, и у нас защитник молодец, что заступил. Первая победа в основном в сезоне, да, сейчас как-то, не знаю, сила, которая у вас есть, психологическая штука. Надеюсь, ну, как бы сейчас несколько дней без игр будет, так что надо немножко отдохнуть и все заново начать. Боб Бугдаль говорит, что с утра было такое длительное собрание, что перетряхнули все звенья и решили там забыть первый отрезок. Что еще говорилось на этом собрании? Да, в принципе, обычная подготовка к матчу. Разобрались в первых немножко там свои ошибки. Вы 8 матчей подряд набираете очки. Что? 8 матчей подряд очки набираете. Лучшего бомбера Флориды. Чем это может быть связано? Ну, везет, условно. Да, я не думал об этом, нам главное сейчас выигрывать. Думаю, сейчас на очки сейчас последнее, кто смотрит. Главное, наверное, командные очки сейчас очень важны.